Как же ты горлышко простудила? Не знаю. Что ел в последнее время? Как обычно, что? Каша там, суп, мороженое, пирожное. Ну, что обычно дети едят. Купаете детей часто? В смысле? Что? Ну, прекратите, она чистая. Ночью просыпается? Снимайте платье. Вообще-то я крепко сплю. А, Маш, родителей тоже не будет. Но я с ней занимаюсь, с ними. Мы учим стишки, песенки, да? Иди сюда, Машенька. Дыши глубоко. Она общалась с больными детьми? Конечно, только что у вас в приемной. Я имею в виду детский сад. Когда я забираю ее из садика, других детей там уже нет. Да вы типичный отец. Я хороший папа. Хороший. Например, их мама запрещает им часто смотреть мультфильмы, а я наоборот. Очень часто смотрю свой любимый мультфильм «Ледниковый период». Вообще-то Шрек. Надо посмотреть Филиппа. Я их очень хорошо знаю. Совершенно здоровый ребенок. Как он может быть совершенно здоровым, если только сегодня утром он...